в Гимлике. Это у нас сегодня 3 ноября. Теплота, красота. Рыбак какой. Я бы пирсинг для салата калуга. Тепло вообще, я говорю, что раздетая. Я не верится, что у нас осень на дворе. Тепло в кофточках летних. Вид такой замечательный. Все гуляют, выходной день. Всем привет. Вот иду на рынок на вторнический. У нас во вторник рынок самый большой в Гимлике. И вот пришла посмотреть, какие цены. Посмотрю и вам покажу. Рынок самый большой в Гимлике. Но он очень далеко от нашего дома. Поэтому мы здесь редко бываем. Арбузы, не знаю, поскольку... Ташпара? Давай сразу. Это 55 рублей килограмм. Очень большой базар. Лимоны 250. Посмотреть рыбу. Сколько рыба стоит. Как его готовить, это вот типа фасоли молодой. Перец острый. 60. Соленье. Рыба, кстати, не дешевая в Гимлике. Качпара. 15 килограмм. А леврак? 35. 30 лир. 30 лир. 35. Акцион берет! Она приносит камеру в сек. На врете. Чем чек? Камера в сек. Dokunabilir miyim? Buyurun, hoş geldiniz. Kaç kilo mu?
на 11 будет. Bu 40 lira. Маслины. Сколько у нас? 12 лир. Даже есть, по-моему, за 10. Зеленые. Эфикара. 20, 24 максимальная цена. Максимальная цена, по-моему, 20 лир. Маслины. Суджук знаменитый. Одна упаковка 10 лир. Так, 15 лир, 8 теле, 15 яиц, это 8 теле, это 80 рублей, 15 штук. Большие яйца, да, большие яйца. Perfect, perfect. Окей. Сос юмуртасы. Масло. Аллаху акбар. Сау болсын. Кедерим. Чайдым. Сос. А кач пара? 45. Хакики. 35 килограмм. Юбка знаменитая. Турцы, это сами раскатывают и домашнюю продают. Стоит одна юбка. Бирлира? 15 лир, 15 яиц, 6 лир. Ну, Гемлик, конечно, славится маслинами, поэтому везде маслины, оливки. У нас на втором этаже еще есть, как сказать, деревенский рынок, то есть свои продукты продают люди. Сейчас поднимемся туда, посмотрим, что там крупы. Рис с манджик 8 тюлей килограмм. 10 рис есть очень крупный. Сейчас еду на второй этаж. Там, где продают домашние уже продукты, сами кто производит, тот и продает. Покажем, попробуем, что там. Посмотрим. Планирую скоро поехать в Болгарию. Хочу сравнить цены Болгарии и в Турции на рынках, на колхозных. Так что оставайтесь со мной. Думаю, будет интересно. Кошечка, яблочки по 2 лиры кило свои. Это вот уже частники продают на втором этаже. Грибочки, которые мне нужны. Гранат 5 лир килограмм. Это штука дороговато еще. Капуста 50 рублей кило. Люди в Гемлике не привыкли к блогерам. Это не Стамбул, не Бурса, поэтому реагируют так подозрительно. Кто-то очень радушно, кто-то пугается. Так, мандарины. Вот какие мандарины свои. 20 рублей килограмм. 22 рубля.
Ромен! Что на старичке, Ромен! Тоже 22 рубля килограмм. Перец болгарский. Кило 3. Это все, повторяю, это все частная собственность, то есть сами производят и продают со своего огорода. Айва, яблоки, брокколи, пучок зелени 1 лира. Так, салат 22 рубля, одна штука. Слива 4 лиры. Так, это орехи грецкие. Грецкие орехи не дешевые. Получается 20 рублей, 220 рублей килограмм. А это качпара, бельбучок, 1,5 рубля килограмм, а это 2,50. 2,50, тыкель тоже 2,50. А качпара? Бунары 50 евро, кестане балык, сюда чичек балыгы. Çiçek balığı. Çok güzeldir ama. Ben bunu yapayım sana. Taze yağdır. 40 lira yaparım. Niyetin varsa vereyim. Anladın mı Ege? Bak güzel yağdır. Виноград такой-то, наверное, в мускат. Или что-то, он 6 лир. Клубника. Сколько, интересно, она стоит от груши? Гурса славится своими грушами. Курма есть. Курма так себе по 3 лиры. Помидоры, булки. Kaç para? Aç ya, domatesi geldi. Виноград. Ну, в общем, так вот. И он большой-большой этот рынок. То есть не обойти рынок. Вот просят, чтобы сняла продукцию. Зейтин? Зейтин. Ама олмамыш. А, сырой. Бунар свежий, сырой, так скажем. А это еще. А это уже соленый. Это подклад. А качпара? Он. Е. Такие гранаты на сочи, 2 кило. Это вот разновидность граната. Кудутнар. Очень полезная штука. Ну, не знаю, как-то ее едят только внутренности. Не очень это мне. 200 грамм, 4 лира. Масло сливочное. 35 лир. Это 355 рублей. Вот это что? Окей. Yengen geldi mi buraya? Gördün mü? Helva tabii. Helva.